Путин подписал указ о создании фонда «История Отечества». Название громкое, а вот цели непонятны. То ли будут оберегать саму историю от посягательств, то ли опекать историческое наследие в виде памятников. А может, еще для чего? И каковы будут результаты деятельности фонда? Вот с этими вопросами мы и обратились к эксперту накануне ТВ, доктору исторических наук, главному научному сотруднику Института российской истории РАН Юрию Жукову. Должен только пожать плечами. Еще в начале перестройки был создан Советский фонд культуры, который после ликвидации СССР превратился в Российский фонд культуры. Сделали уже российским руководителя Никиту Михалкова. До этого Советский фонд культуры возглавлял академик Лихачев. Все было понятно, можно относиться к ним по-разному, но люди, имеющие непосредственно отношение к культуре и занимались ею. Сегодня создана очередная бюрократическая структура. Юрий Жуков уверен, что специализация почти всех членов фонда не имеет отношения к истории России. Тогда зачем такой фонд нужен и каковы будут результаты? Ну, нужно же перед выборами показать какую-то заботу после того, как показали, что творят с памятниками архитектуры в Ленинграде, что происходит со старыми усадьбами, которые либо бросили, либо передали в частную собственность, и в том и в другом случае они превращаются в руины. Но общее мнение, что коли государство не тратит деньги на поддержание памятников культуры, никто эти деньги не даст. Чтобы прикрыть бездеятельность, придумали некий фонд. Пока не будет конкретных результатов, и пока в этом фонде не появятся специалисты по истории русской архитектуры, специалисты по реставрации и так далее, известные всей стране специалисты, проку от очередной организации не будет никогда. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для «Накануне ТВ». Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».